Siz önce şeyde belirtimle bekliyorsunuz. Я хочу сказать, что мой муж пробыл в Турции 3,5 года и за это время успел полюбить эту страну, впустить ее в свое сердце. Я очень люблю Турцию. Я считаю, что это великая страна с богатой культурой, с прекрасным народом, с интересными традициями. И я хочу сказать, что то трагическое событие, которое произошло с моим мужем, это не вина Турции, это проблема международного терроризма, который не имеет национальности. Я передала несколько вещей, которые принадлежат моему мужу, для этого музея, потому что мне очень понравилась идея устроить в школе музей дипломатии, и который будет посвящен и моему мужу тоже. Я передала чашку, из которой он любил пить чай, и его личные книги, атлас автомобильных дорог, где он показывал своей рукой, чертил путешествия, дороги, по которым он путешествовал. Многие вещи, они 30-40-летней давности. В том числе я передала северокорейские газеты, вот они там лежат при входе, где его фотографии с Ким Чен Иром. Мой муж с большим уважением относился к Мустафе Кемалю Ататюрку, как к основателю турецкого светского государства, и он считал, что он внес огромный вклад в формирование турецкого государства, современного турецкого государства. А здесь вот сам Андрей Гагарин. Юрий Гагарин в Орада. Фотограф Санра. А это много лет Санра. Бундан затем 2015-те. 2015-те. Затем Какие предложения? Ниже, выше, чуть-чуть ниже, да? Чуть-чуть можно ниже, на уровне глаз. Так, теперь горизонт. Согласны? Не слышу. Да, да, согласны! Клеем, клеем. Поздравляем, поздравляем. Так, теперь у нас момент организационный. Нас